Ведущие специалисты по нефти и газу обсудили сегодня будущее отрасли в отеле «Ритц-Карлтон». Обсуждение проходило в довольно необычном формате. Подробнее расскажет наш корреспондент Асхат Ниязов. Хорошо. Клубнично-манговые смузи, изысканные сухофрукты, закуски, напитки. Непривычный формат для встреч такого масштаба – бизнес-завтрак. Проходил он, пожалуй, в самом фешенебельном отеле столицы, в таком, где официанты за гостями даже стул поправляют. Ну а где еще проводить мероприятие, на котором самые представительные игроки нефтегазовой сферы обсуждают будущее? Это достаточно распространенный стиль на Западе, в Америке, проводить бизнес-завтраки. В разных форматах проводятся бизнес-завтраки. Все люди деловые и все экономят время, потому что время – это самый главный ресурс. И пока вы в любом случае выпиваете свою чашку кофе, вы можете обсудить актуальные проблемы. Люди с багажом знаний и опыта дискутировали на тему, что ждет одну из самых прибыльных отраслей современности. Сколько будет стоить нефть, сколько будем добывать и как ситуация обстоит сегодня. Благодаря вот этим реформам, которые прошли на наших трех нефтеперерабатывающих заводах, внутренняя цена нефти у нас приближается уже к экспортным, и она уже дала ощутимую финансовую прибавку для компаний, которые на внутренний рынок поставляют. После бизнес-завтрака его участники прогулялись по офисам Talent Towers. Представляете, у всех, кто здесь работает, есть карта, которая не только открывает турникеты, но и сама вызывает лифт на нужный этаж. Ну а уже с высоты из офисов открывается потрясающий вид на столицу. Асхат Ниязов, Адильгазы Тулеми, Хабар 24, Астана.